Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня, наконец-то, спустя миллион лет я добрался все-таки до обузного ников, блин. Ай, короче, как всегда, времени много, поэтому вот. Что же, 700 рейтингов, все, что смог слить, сколько раз была возможность, только успел, к сожалению. Для вас, ребятки, вот сейчас на экране вы видите красивейшую картиночку с расписанием боев. Кому интересно, можете заскринить с экрана, вырезать, что там делать. Но, я если не забуду, честно вам скажу, оставлю ссылку в описании на Discord разрабов, где будет этот скринчик. Вы можете зайти через VPN-чик, если у кого на Discord не заходит, и скачать эту картинку. И оставить себе, если вам вдруг она понадобится позже. В чем суть этой картинки? В том, что у вас тут написано время, да, и написаны слоты. И как они будут меняться. И это 100% рабочая схема. Первый слот это соло бои, второй слот это командный бой, третий слот это дуо, трио и дизматч. Ну вы знаете, да? Бои 7 на 7. Так вот, первый слот. ZC, который видите, да? Вот если посмотреть 0-0, да? Это стандартная карта, то есть зуба Central. Второе это ВП, это вулкано, что-то там. Ну в общем, вулканы, да? И третье это ZR, это зуба Rails. То есть рельс. Три карты. ZC стандарт, ВП вулканы. ZR это... Этот, как его? Рельсы. Плюс, вы видите, написано после скобочек, которых написано название карты, да, еще режим. Для вулканов режим только один. Это разработчики изменили чуть позже после этого, так сказать, скринчика, да, опубликованного. Поэтому у вулканов нету режима full, который есть у режима, ну, у карты, точнее, у карты вулканов нету режима full, который есть у карты стандарт и у карты рельсы, да. У карты, ну, центральный зоопарк, у карты лес. Это если что, поэтому, когда вы видите ВП, там всегда будет стандартный режим, то есть минус один средника, если вы около 1000 находится, или меньше. Это чтобы вы знали. Ну, команды большие, вы тоже видите, как меняются карты, да? И третий слот, видите, дизматч через каждый час. Вот и все. Мы отправимся в дизматч. 15 минут нам как раз хватает. Сыграем вот сколько боев. Наверное, сейчас 4 боя мы успеем сыграть по 3 минуты, возможно, даже 5, если будут бои быстрые. И посмотрим, сколько мы набьем киллов. Давайте, для чтобы статистики было... Чтобы она целая была. Вот, 113 киллов сейчас у меня ровно. Потом будем отнимать и считать. И проверим, насколько у нас все получится или нет. Все ребята, кстати, молодцы. Стараются, всех остальных кикнем, кто не набьет минималочку, как минимум, да? Вот как-то так. Я надеюсь, тоже сейчас соточку киллов сделаем. Или даже больше. Планирую по 20 киллов за каждый бой делать. Но, вы же понимаете, вот я заметил, что попробуйте 20 человек словить. Тут настолько гениев огромное количество. Плюс абузеры, плюс боты. Ну, короче, сложно. Особенно если вот, видите, если бы я был с той стороны слева, здесь на Нико очень удобно бегать и нарезать. Там, слева, неудобно. И из этого много проблем. Ну, посмотрим, что у нас получится. Как говорится, будем оценивать ситуацию по тому, как она есть. Да. Так, ну что же. Так, ну что-то подлутали, что-то не подлутали. Надо двигаться вперед. К сожалению, скорость Нико зависит от кустов. Гранаты до сих пор не достали. Вот без гранаты будет весело, конечно, играть, если мы ее не достанем. Очень весело. Ну, хотя на Нико можно играть чисто через актив навык. Вот, мы ускорились. Гранаты до сих пор нет, если что. Ну, вот какой-то бот с дробовиком, да? Да, с дробовиком. Ну, пусть будет дробовик. Может, под купол зайдем? Так сказать, не будем сейчас все киллы забирать. Попробуем найти гранату. Проверите, нашли. Ну, все-таки зря я бочку потратил на ускор. Наверное, надо было ставить ее. Хотя, в принципе, быстро ворвались. Вон, Фейс сделал второй килл. Блин, мне бы как-то ускориться, на самом деле. Хорошо было бы. Да, блин, ну кто? Ну какой лев нафиг? Киллы все отжали, к сожалению. Брюса заели мы. Без гранаты играть просто невозможно. Как же жаль, что нету гранаты. И у нас тут абузер орел какой-то попался. Так, да куда ты? Ну посмотрите на этого жирафа, ну посмотрите на него. Куда ты бежишь? Дай мне отхилиться, слышь. Да, вначале там есть неуязвимость небольшая. Эта неуязвимость потом проходит. Противники, скорее всего, где-то сверху уже бегают. Их бы найти как-нибудь, каким-нибудь чудом. И нарезать. Ну будем сейчас пытаться это делать. Орел, кстати, не самый лучший вариант для абуза здесь. Потому что это все-таки Нико, он... Нико это Нико, да? Что мы тут будем говорить? Нарезаем немножко противников. Конечно, играть без нормального оружия это капец просто. Просто капец какой-то.
Так, ну, что-то не вижу я противников, к сожалению. Они пропали куда-то. Ну, блин, опять их искать. Да, без скора все-таки играть неудобно очень. Да, очень неудобно с одним копьем играть и дробовиком. Быстро очень киллы сделали из-за того, что Орел забирал киллы, к сожалению. Ну, ему тоже нужно, это понятно. Ну, вот, 13 киллов, да? За сколько минут? Ну, я думаю, вы посчитайте, за сколько минут, если хотите, там, на паузе, да? Мы пока будем делать вывод из того, что я вот смотрю. Давайте сделаем вывод, что мы где-то 2 минуты играли, да? То есть я стартанул вот после записи, после старта видео где-то... Ну, пусть будет, ладно, 2,5. 2,5 минуты, идем дальше. Следующий бой. Тоже этот запускаем. Надеюсь, нас кинет сейчас налево, чтобы мы дрались против правых игроков, да? Так и случилось, в принципе. Главное сейчас найти гранату. И, в принципе, копье. Вот копье и гранаты самые важные для Нико. По оружию. Надеюсь, нам повезет. И мы нормально сделаем киллов. Блин, как же мне бесит. Граната. Прекрасно. Боты здесь не засчитываются в этом режиме, к сожалению. По понятным причинам. Типа и так киллов дофига, да? Вам еще ботов засчитывать? А не, оборзели вы, да? Наверное, подумали разрабы. Ну ладно, так. Так придумали разрабы. Нам нужно копье найти хотя бы какое-нибудь. К сожалению, мы пока этого сделать не можем. Похилимся. Заберем лишнюю аптечку. И все, отправляемся теперь наверх. Надеюсь, у нас получится сейчас вырезать всех, все сквады противников. Дальности хватает, проверяйте. Наконец-то я нашел, кстати, копье хоть какое-то. Хотя бы какое-то копье, это уже хорошо. К сожалению, нас душат. Не дают нормально поиграть. Ой, надо идти срочно вырезать этих гениев. А, ну вы видели, да? Ну наконец-то я их довырезал. Да хорош бегать. Все, теперь бежим сразу же к ним на базу. Ой, как же долго все происходит. И начинаем их убивать. О, тут дробовик даже хороший завезли мне. Это хорошо. Это мы любим. Такое мы одобряем. Так, теперь сейчас надо тут все повырезать. Нашим Нику, да, прекрасным. Капканчики можно поставить. И начинаем все это вырезать, ребятки. Все, просто бегаем и вырезаем. Просто нажимаем актив навык. Блин, единственная проблема, это то, что эти гении разбегают. Ну вот знаете, проблема то, что это сейчас не боты. Были бы здесь сейчас боты, было бы все норм. Но, к сожалению, это не боты. И, к сожалению, из-за этого... Ну, направь на него, ну. Ой, я не могу, мне горит. Оно не хочет ускорять Нико почему-то. При том, что я ловлю вроде противника. Ладно, неважно. Бегаем, ищем противников. Вот они здесь бегают. Правда, я немножко криво, конечно, все это делаю, как обычно. Да ну. Как меня это не бесит, конечно. Ни разу не бесит. Вот вообще ни разу прям. Не чувствую выбешивания, да, не чувствую. Киллов очень мало, если честно. Все забирает такое ощущение, что другие противники, точнее, союзники мои. Ну где все? Ну где? Ну. Один сделал. Ну дайте Фей добить. Ну. А, не знаю, кто добил, короче. Посмотрим, сейчас что получится. 18. Даже не 20. Ну, вот это при этом еще идеальный вариант почти был, да? Почти идеальный вариант. Опять же, по времени бою, смотрите сами, сколько был. Мы отправляемся в следующий сразу же, да? Рейтинга, конечно, получаем по 17, но это все равно меньше, чем в командных боях. То есть, абуз... Любого персонажа для этого режима. Главное, чтобы не нужна была меткость. Вот даже тот же Брюс, он подойдет, понимаете, ребятки? Ну, возможно, даже Никс подойдет. Ну, короче, без меткости главное обузить. Потому что там, где нужно целиться, это забить, это все, это конец. Енот не вывозит вообще в хлам никак. Вот просто, не, ну, никак. Ну, возможно, конечно, гениев таких он будет вывозить, но... Более-менее сильных игроков уже нет, он просто их не вывозит. Поэтому... Нужно каждый раз выбирать, но в любом случае, играйте 7 на 7, я вам вот что советую. Это лучший командных боев 5 на 5. В плане того, что киллов больше, стабильнее, даже с тем, что против вас сильные ребята могут попасться, да? Вот сейчас видите ситуация какая, да? Мне кажется, у нас сейчас будут проблемы. Но Нико это Нико, надеюсь, мы эти проблемы решим. За счет вот этого вот, кстати, предмета можно эти проблемы решить. Было бы еще неплохо, если бы бочка была. Давайте пробуем под купол зайти, успеть. Вон там дробовик валяется и копье. Блин, копье важнее. Копье важнее, надо его лутать. Сразу лутаем. Пы, к сожалению, не попадается здесь. Меня сейчас могут убить. Нужно сейчас очень аккуратненько все это здесь провернуть.
и добить эту гениальную фей, пока она не создала проблем. А теперь нужно срочно уходить. Знаете куда, ребятки? Сейчас вам объясню. Вот вниз нужно уходить и в кусты. Вот в эти. Потому что если мы туда сейчас не уйдем, мы здесь будем... Ну, там Нику, короче, 14-й. Из этого проблема. Я его убил, правда, теперь у него нет лута. Но, как говорится, у меня тоже нет лута. Ну, гений, правда, играть не умеет. У нас проблемы, как бы, немножко по выживаемости. Ну, мы сейчас отхилимся, наверное, скорее всего. Я так, по крайней мере, предполагаю, что мы отхилимся. Из-за того, что енот меня здесь накалил, мне сейчас нужно входить вот так вот. Потому что сейчас Ником может прийти за мной, и у меня могут быть проблемы. Поэтому мы идем... О, тут еще аптечка. Ну, аптечка это святой, поэтому лутаем. Ну, почему вот золотое копье? Вот сколько боев уже играл, не могу нормального копья найти. Мы Нико, как говорится, не мешаем набивать киллы, да? Пошел, кстати, 1.5 минуты, то есть, ну, стараем фигней, по сути, да? Нико меня боится, как вы видите, да, не хочет подставляться. Мы сейчас отправимся вот сюда, в эту зону, и будем через нее отыгрывать уже. Ну, где противники? Ну, блин, долбанное ускорение. Ай, как же бесит. Как же бесит играть без ускорения, просто нереально. А, как же меня это фей бесит. А, я не могу, меня она дико бесит, к сожалению. Ничего с этим сделать не получается. Хотя очень бы хотелось ее как-нибудь это аннигилировать. Ну где это фей? Вот постоянно тут... Там Брюс. Перекусили мы кенгуру сразу. Сразу фей закусываем тоже. Да. Конечно же Никс ее добил, конечно же. Тоже еще мог ее добить. Енотика, не знаю, словим не словим. Вот Ника может выживать, конечно, за счет того, что у него есть большая регенерация, за счет больших хороших укусов. Опять это фей здесь накинула свой круг. Опять у него, смотрите, заманивает. Ох уж это фей. Как же она бесит, если честно, вот эти своими местностями, да, которыми у нее есть возможность контролировать. Нико там нарезает кого может, мы здесь нарезаем тоже кого можем. Противников Нико, точнее, союзников Нико нарезаем. Мне нужно сейчас очень аккуратно себя провести, чтобы... Ну да, я ошибку сделал. Сейчас мы разрежем Нико, скорее всего. Или он нас. Одно из двух должно произойти. Событие, так скажем. Ловили мы фейт и добили. Нико, короче, играл очень плохо. Я не знаю, что с ним не так, но он играл очень плохо. Где-то скиллов сделали. То есть вы видите, да? Слитый рейтинг Нико. Ну, короче, 20-ку хилов можно делать стабильно. За 3 минуты, за 4 даже. Ну, короче, я думаю, в принципе, это вот видео, что мы сейчас с вами делаем, в принципе, оно показательное, да? Оно достаточно вам четко показывает, как Нико играет, насколько он имбовый, насколько он хорош, как он нарезает за счет абуза, да? Видите, против меня Нико, возможно, тот же самый, возможно, другой. Если тот же самый, то мы его изи нагнем. Если другой, тогда, ну, возможно, будут проблемы. Но это не точно. Главное нам сейчас найти хорошую гранатку. Да, и красиво ее реализовать. К сожалению, мы заспавнились не в очень хорошем месте. У нас только... А, вот гранатка красивая. Все. Тогда ладно. Тут же, кстати, еще есть легендарные боты, если что. Но с ними у нас проблемы, как вы знаете, обычно случаются. Опять нету золотого копья, зато есть... Бочка мне, к сожалению, не достала. О, золотое копье, наконец-то! Вот, кстати, появляются обычно вот здесь вот в центре. Выбегаем за енотиком, сразу закусываем им, да? Опять фейт, да за что? Ох, я сейчас горю, как у меня горит, ребят. И это опять эта фигня. Ах ты, больное животное на фейт. Сдохни. Мы, наверное, сразу отправимся к ним на базу. Почему? По какой причине? Потому что я могу себе это позволить. Жесть, ты что, офигел? Тони. Регенерирует он, понимаете ли, да? И будем уже здесь их вырезать. Пока Нико вырезает там их, мы будем их вырезать здесь. Особенно эту фей мы будем вырезать. Очень сильно ее будем вырезать. Так, ну бегаем, ищем противника. Они, скорее всего, будут убегать через верх, там, через всякие другие штуки. Мне главное хоть как бы кого-нибудь здесь находить. Ну, похоже... А вот, еще. Блин, они только воскресились, да ё-моё. Я не успеваю их убивать. Ник с первого уровня куда-то убежал, а вон он. Откуда у тебя это? Вот больные гении, а. Ник, кстати, первого уровня вроде сейчас найдем. Он где-то здесь был, да? Нет, он... О, я не могу. Где эти все гении бегают?
Ладно, давайте эту фей убиваем. Мне это бесит. И смотрите, и спрятался. Мастер пряток, блин. Да хорош, ну. Как же вы надоели, блин. Где этот енот, он сверху? Просто трачу кучу времени на то, чтобы словить этих гениев. Они где-то... А вот еще гений прибежал. Ботика тоже убьем, похилимся, лишняя аптечка не будет. Так, теперь продолжаем дальше отправляться на поиски. Главное, Пэй не попадать. А вот и она. Ну, главное не попадать в ее, это, кружочек, да? Вот просто видите, смотрите, они все спрятались, они все убежали в другую сторону. Никого здесь нету. Они все вот там вот слева оббегают, эти гении. А мне киллов не дают из-за этого. Ну, кстати, мы уже 3 минуты почти деремся. Да? Я видел тут фейс снизу, вот она, да. От моей гранаты не сбежишь. Блин, копье, посмотрите на это золотое копье, ребятки. Какое же имба, смотрите. Смотрите, какая. Офигенная штука, да? Вот я о том же. Так, ну мы сделали киллов, наверное, хорошее количество. Вот Тони пришел наконец-то. Нику, который против нас был, он с другой стороны почти киллов не сделал. 20 киллов. Итого, что мы видим, ребятки. 4 боя я сыграл. 4 боя я сыграл. Мы сделали в каждом бою в среднем почти по 20 киллов. Ну, там было по 18, по 19, да, но вы сами все видите, рейтинг почти не обузнулся. То есть я бустанул буквально 60 рейтинга, а при этом апнул 80 киллов. Давайте еще один бой сыграем, чтобы, так сказать, подрезюмировать. У нас как раз 2 минуты есть. То есть 15 минут, и мы набили 100 киллов. Вопросы? На обузном нику. Вопросы? Я думаю, их нет, ребят. К сожалению, я не смогу, наверное... Особо больше киллов набить сегодня. Ну, возможно, постараюсь, конечно, но, скорее всего, не смогу. Будем, наверное, уже в следующий раз обузить, когда уже не будет новых персонажей и всего остального. Ну, вы понимаете, да? Когда будут условия немножко не такие жесткие, как сейчас у меня, складываются по всем обстоятельствам, которые у меня тут есть. Там я видел сверху бота, да? Нет, это был зебра. Мне не бомбит от зебры. Просто больное животное, которое сбежал. Без копья мы не сможем играть, нужно его найти срочно, каким-нибудь образом. Ну почему, ну почему? Копьёк! Почему у Брюса золотой копье, у меня вот будет стандартный? Ладно, хотя бы какой-нибудь, да? Да, за пандой гоняться будет весело. Мы сразу, наверное, сейчас пойдем к ним на базу, как это сделал вот этот хитрый Нико. Дождемся, когда здесь их убьют. Офигенная игра зависает, да? На ровном месте, чтобы мне было дольше идти. Спасибо, игра. Ой, гений Найджейд меня сейчас убьет, да? Нет, не убил, не смог. К удивлению моему. Зато я убил зебру. Постараемся сейчас немножко сыграть тогда более аккуратно. Как же он душит, как же они душат меня, а? Хорошо, что у нас есть Лизи. Как же я рад Лизи, как никогда рад, ребятки. Вот вы не представляете, как себя, как я рад Лизи сейчас встретить. И как же это фейн, как это Джейд нарезает, ну просто нет слов. Нам нужно идти срочно к ним на базу, без варианта вообще. Пробежим вот здесь, вот пока Джейд до меня не дошла, потому что я по-другому киллы не сделаю. А видите, Джейд очень сильно нарезает, а у меня нету хилочек никаких, поэтому вариантов действий у нас немного, к сожалению. Поэтому будем пытаться хилиться вот здесь вот. Хилимся, живем, как говорится, да? Посмотрите просто, как Фей нарезает, как, блин, я извиняюсь, как Джейд нарезает меня на халяву. Просто посмотрите, как она на халяву меня каждый раз нарезает, меня это бесит. Мне бесит то, что она вот это делает просто на халяву какую-то. Да какого фига, панда? Видите, она умненькая. Она ждет, когда я отойду, чтобы меня нарезать. Смотрите, умненькая. Видите, умненькая Фэй. Сложно против умненьких. Хорошие ребята, молодцы. Ну, у меня, как всегда, дичь, видите. Вот такое ощущение, что за меня дегенераты вот полнейшие. При этом противники молодцы. У нас копья, как всегда, нету. Повезло, повезло. Будем играть без копья, понимаю. Как играть без самого важного предмета на нику, я не знаю. Ладно, будем пытаться. Нам просто, понимаете, я до кустов не добежал. Если бы добежал до кустов... И остался у них, и все, я бы заточил бы Фэй. Но я, к сожалению, сделал выбор выбежать, и из этого получилось, что получилось. Ах, 5 это Фэй, ну посмотрите на нее, а. Каждый раз этот тайминг дурацкий она выбирает. Видите, и сразу убежала. Это все из-за того, что они бустанули из... О, копье. Копье, мне пофигу на все, я сейчас просто беру копье и бегу к ним на базу. Мне пофигу. Блин, ладно, не пофигу. Или пофигу. Нет, надо, ребятки, думать головой. У нас минута осталась. К сожалению, ну почему? Ну посмотрите на эту дичь. Ну, за что? За что мне вот такой вот дебильный бой, а? Просто по-другому не могу назвать его. Ой, да набивайте скиллы.
Люсик здесь бегает. Гения сейчас на пей мы убьем, который залутал гранату. Чё? Гений на пей. Куда ты бежишь, гений? Ну чё ты бегаешь, а? Гений. Ой, а чё такое, не сбежал, гений, да? Ой, как вы знаете, сейчас я рад очень сильно. Правда, киллы, к сожалению, опять ушли все не мне. Этот гад набил киллы, к сожалению. Ну, это не страшно, в принципе. Я просто вам вот... Просто вот, знаете, один бой не повезло. Сделал ошибки, и из-за этого... Вот надо было идти к ним на базу целенаправленно, без всякой фигни. А не вот как я это сделал, и по итогу что получилось. Я бы там вот так бы еще раз погнался бы за Джейд, просто убил бы ее, все было бы красиво. А я ушел от зоны кустов, потерял подвижность. А вы знаете, сейчас Джейд очень подвижная. Она меня с пассивки почти выносит, поэтому... Вот такая вот ситуевина сложилась, к сожалению, неприятно. Но по итогу, ребятки, 113 киллов мы начинали, закончили 192. Ну, то есть 90 киллов, по сути. 89, да? Что, в принципе... То есть 90 киллов реально набили. Офигеть. То есть реально получается 100 киллов за 15 минут. Нормально? На Нику? Как вы считаете? А если скинуть до 300 рейтинг? Там будет еще более изи, можно будет даже по 20 плюс сделать. Что вы думаете, ребятки? Я думаю, мы дальше будем скидывать рейтинг на Нику. Я вот Нику дальше бустить не буду, оставим его как есть. В принципе, в клановой битве мы все равно победили. Но я на всякий случай поделаю киллы, чтобы нам обогнать китайцев, которые тут, возможно, будут ночью еще играть. Хотя здесь, как вы заметили, очень много не китайцев. Мы вчера, когда играли против вот этих вот ребят, да, они днем рейтинг тоже очень хорошо набивали. Поэтому как-то вот такая ситуация сложилась. Ну, что я могу сказать? Резюмируя все происходящее... 15 минут, ну может 16, допустим, да, пусть будет 16, по 4 минуты бой, да? Ну даже, ладно, 5 боев за 16 минут, даже за 17, если мы сыграем, то в принципе за час делать 400 киллов на Нику с заниженным рейтингом, да не только на Нику, есть много персонажей. Давайте, кстати, вот определимся, наверное, по-быстренькому, какой персонаж лучше всего подойдет. Бак, подойдет ли? Если вы играете с левой стороны и добежали до кустов правой стороны, то да, подойдет. Если вы играете наоборот, то есть... Ну, будет сложно, потому что вам нужно будет играть от края кустов, от подвижности. Но так, в принципе, он будет неплох. В случае, если вы только собьете рейтинг. Мы сейчас рассматриваем вариант сбить рейтинг до 300, 500, 700. То есть вот такой вот промежуток. 300-700. Баг плюс-минус подойдет. Змея не очень, скорее всего. Опять же, проверяйте, смотрите. Потому что это единственный вариант, как адекватно все проверить. Бади нет. Однозначно нет, он будет очень неудобный. Хотя, может, наоборот, будет удобный. Смотрите, тоже проверьте, посмотрите. Бобер. Подвижности нету. Брюс, кстати, вот хороший вариант. Скорее всего, будет рабочая схема на обе стороны. Поэтому, возможно, используйте, проверяйте. Касатка без вариантов. Генри, кстати. Видел Генри, как играют. Что для левой, что для правой стороны, скорее всего, хороший вариант. Особенно для нубасиков, думаю, подойдет. С лука будете выносить любого, поэтому берите, пробуйте. Возможно, в следующий раз мы тоже попробуем. Возможно, я потещу отдельно. Ну, в общем, берите, пробуйте. Скорее всего, хороший вариант. То есть Брюс, Генри. Джейд, как вы заметили, сейчас актуальная стала по подвижности. А значит, будет много бегать, много нарезать. Плюс ей бустанули кассетку. Поэтому имбуйте. Без феромонов будет сложновато, конечно, но имбуйте. Скорее всего, тоже хороший вариант. Волк. Нужно тратить время на вытье. Не вариант. Джой. Сложно сказать, наверное, тоже хороший вариант, но подвижности нету, вопрос, как будет реализовываться, непонятно, но по идее, если вы попадаете на правую сторону, точнее, против правой стороны деретесь, да, там будут постоянно прыжки, постоянно будете убивать, с копьем будете нереально круто всех разваливать, то, скорее всего, если вы найдете копье, конечно, вариант хороший. Дона, думаю, нет, но если против правой стороны вылетать с воды постоянно и шотать сразу секунду, так, то, возможно, хороший вариант. Протестируйте, опять же, такой себе. Лев, скорее всего, кстати, имба. Но, опять же, против правой стороны, против левой стороны не все персонажи хороши. Да, вот Кала, кстати, возможно, против левой стороны будет хороша, но против правой, наверное, не очень. Но Лев против правой тоже будет хорош. Зак, наверное, нигде хорош не будет, скорее всего. Хотя он сейчас имбовый за счет актинавыка, который шотает противников фуловых, да, это очень странно смотрится. Куин, наверное, на обе стороны будет имба, или средний хороший, да, вот какой-то такой, мне кажется, вариант. Берите, пробуйте тоже, адекватный вариант. Лиззи тоже будет, наверное, скорее всего, хороша на все стороны. Опять же, сейчас она может врываться, у нее есть кассетка имбовая, да, есть выживаемость имбовая. Ну, короче, Лиззи вроде имба. Хамелеона даже не рассматриваю. Луи, хотя Хамелеон сейчас вроде стал интереснее, но мне кажется, все равно не хватит. Луи, что мы имеем? Такое себе, хотя если вы... Хотя знаете, что вот в чем прикол Луи, да? Если вы играете против противников на правой стороне, ну где у нас кусты, да, в большом количестве, с перепоночками, так сказать, с дорожечками, да, можно мышками будет противника убивать.
Если противники будут не брюсы, к примеру, вы их сможете мышками убить. Возможно, хороший вариант. Возможно, но не точно. Потому что у противников не будет оружия, вы их просто будете мышками уничтожать, они вам что сделать смогут. Енотика уже проверяли, без феромонов не тащит. Фламинго, кенгуру, наверное, не варианты вообще, хотя кенгуру, в принципе, должен хорошо смотреться. Нико, имба. Никс, наверное, тоже будет неплохой для контроля противников на разных местах. Оли, не могу сказать. Альпака, скорее всего, имба. Без шансов вообще. Аннигилирует, наверное, все плоскости кустов, так скажем, все стороны. Зебра, без вариантов, наверное, не играется, скорее всего, жираф не играется. По, сложно сказать, ребятки. Может быть, затестим на следующей неделе. Рави, наверное... Нужно тестить, скорее всего нет, Рокки, скорее всего имба. Ромео, думаю, нет, вырежут его быстро очень в ближнем бою. Руби, возможно, хороший будет персонаж, как и Рави, да, надо тестировать. Скиппи, кстати, хороший, да, я уже проверял, смотрел. Стив, постоянно врываться в полет, не очень вариант, тратит со время, а получается вы используете персонажа без актив навыка, ну как бы такое себе, да. Остается только, по сути, лук и все. Сьюзи, ну, поэтому смотрите, тестируйте, как оно вам заходит. Сьюзи, пчела, которая, да? Ну, такое себе, скорее всего, не получится, потому что нужен мгновенный урон. Не нужен вам лук, как у Сьюзи, да, как у Бобра. Эти, скорее всего, варианты будут очень плохие. Ну, Бобра хоть радиус есть, а у Сьюзи радиуса нету, поэтому копье, опять же, не нужно вот такое, да? Ну, опять же, в разных ситуациях, возможно, и нужно будет. Поэтому смотрите сами, возможно, подойдет, а уже нет. Тони, без шансов. Урсула, скорее всего, тоже без шансов. Фази, Душнилова. Самая главная игры, возможно, будет хороший. Проверяйте, как вы его реализуете. Фил. С Филом, наверное, не стоит тоже проверять, потому что, ну, сами понимаете, сейчас луком его. Ну, короче, там урон наносить будет нечем. Акула, Финн, скорее всего, кстати, будет имба, потому что кто-то будет постоянно бегать под минимум здоровья. Их там 7 противников, плюс ваши союзники тоже вроде попадают под пассивку. А это значит, что у вас будет и первобытный инстинкт работать, да? Когда будет бешенство вырубаться. Ну, короче, вроде должно смотреться имбово. Протестим, возможно, в будущем. Пока что я, к сожалению, ребятки, не успеваю по времени все это делать. Слон, скорее всего, имба. Если добежите до кустов правых. Если до левых, то, наверное, там будет плохо. Наверное. Но опять же, смотрите сами, как говорится, притягивайте противника, убивайте. Притягивайте, убивайте. Имба? Имба. Фэй, имба по дальности, возможно, будет хорошо смотреться. Шелли, скорее всего, не очень. Надо целиться, неудобно будет. Догонять противника неудобно, ну, в общем, такое. Ехидна, сложно сказать. Возможно, если расставить целую кучу ловушек, то можно будет контролировать целую зону, убивать их пачками. Но проверять надо. Пантера. То же самое. Скорее всего. Скорее всего, не вывезет. Хотя посмотрим, опять же, рейтинг, если пробустит, да. Краб. Возможно, тоже хороший вариант. И Яра, кстати, похоже, будет имба. Особенно для правой зоны, где вы сможете бегать по кустам. Вот даже, возможно, с анальным святом. Но это не точно. Нину не тестил. Мне кажется, будет ни о чем. Ну, вот такой вот вывод, ребятки, если вам это было интересно, надеюсь, вам это было интересно, так сказать, узнать, да? В общем, сливайте рейтинг и вперед бустить клановую битву. 30 минут, в никуда ушли, к сожалению, извините, что вот так вот, но надеюсь, для вас это было полезно. На этом все, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, не болейте, не скучайте и всем пока-пока.